Итак, добрый день, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать. И очень приятно, очень волнительно, что мы говорим о Пушкине именно в этот день, да, потому что, как мы знаем, 225 лет назад, да, именно в этот день в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин, да, в доме, который, к сожалению, не сохранился, находился тогда в немецкой Слободе. Сегодня, как мы знаем, это метро Бауманская. Да, очень приятно, что, да, таким образом наш город навсегда связан с его именем. И так, прошу прощения, да, о чем хотелось бы поговорить в связи с Александром Сергеевичем. Как-то для нас настолько привычно его имя, что нам кажется, что всегда, да, он воспринимался исключительно как солнце русской поэзии, как самый выдающийся из наших поэтов и писателей. И вот. И нам кажется, что всегда к нему было именно такое же внимание, как сейчас, и всегда его с самого младшего возраста читало огромное количество населения нашей страны. На самом деле это было не так. Даже если мы посмотрим вот на такую статистику, которая приведена тут на слайде, мы увидим, что, собственно, такая вот всенародная любовь к Пушкину, к которой мы сейчас привыкли, это то, что возникло уже в 20 веке. Но, в общем-то, понятно почему, потому что на протяжении всего 19 века большая часть населения нашей страны просто не умела читать и писать, да, поэтому с его творчеством они познакомиться, конечно, не могли. Поэтому прижизненные издания произведений Пушкина были небольшие, тиражи были порядка полутора тысяч экземпляров, и они расходились довольно долго. А самый крупный тираж был у третьего издания Евгения Онегина. Вот, и он довольно быстро распродался, тираж был 5000 экземпляров, но в частности это было связано с тем, что как раз вот этот вот момент, когда он хорошо распродавался, совпал со смертью Пушкина, и поэтому, к сожалению, да, он таким образом привлек к нему внимание. Вот, и так мы видим, что тиражи были небольшие, и даже вот крупнейшее дореволюционное издание, десятитомник, да, был всего 15 тысяч экземпляров. Но если мы посмотрим на то, что было на протяжении уже 20 века, да, когда Пушкин вошел в школьную программу и действительно стал уже восприниматься как вот самый главный русский классик, то мы увидим, что ситуация, конечно, стала меняться. И вот как раз благодаря этому, да, благодаря таким огромным тиражам, тому, что в каждой библиотеке есть Пушкин, да, и что нет человека в нашей стране, который бы не познакомился с его текстами, начиная с каких-то самых младших классов и даже детского сада, нам начинает казаться, что у Пушкина, в общем-то, все просто, понятно, и как будто никаких вопросов он у нас не вызывает. Да, и нам кажется часто, что, ну, достаточно открыть любое его произведение, начать читать, и все будет понятно. Но известный советский ученый, культуролог, филолог, семиотик Юрий Михайлович Лотман привлек наше внимание к тому, что на самом деле, скажем так, не совсем это так. Да, многие произведения Пушкина, к сожалению, не совсем для нас понятны, потому что и культурные реалии, и язык, и другие вещи очень сильно изменились с того момента, когда тексты создавались. Ну и вот, например, Лотман приводит такой пример из Евгения Онегина. Сейчас сначала приведу пример для родителей, чтобы им, наверное, было более понятно, а потом такой, наверное, более близкий пример для детей. Вот возьмем отрывок из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Да, то есть это то, как характеризуют соседи Евгения Онегина его, когда он приезжает в имение, становится помещиком. Да, они говорят: «Сосед наш неуч, с ума сбродит, он к дамам ручки не подходит, не скажет, он формазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да, да нет, не скажет, даст или нет». Таков был общий глаз. И вроде бы в этой фразе нам кажется, что все понятно, но к дамам к ручке не подходит, например, тут нужен какой-то небольшой культурологический комментарий, да, что имеется в виду, что мы помним, что Евгений Онегин дэнди, да, поэтому он по английской манере здоровается с дамами, кивком головы, да, они целуют им руки на французский лад. Но это как бы мелочи, можем догадаться. Все да, да нет, не скажет даст или нет, но в принципе нам тоже понятно, мы знаем по русской литературе 19 века, что вот это вот «с» — это сокращение от слова «сударь», да, и что Евгений Онегин, да, тоже так как он подчеркнут такой
да, человек, который отвергает старые условности, вот он не пользуется такой вежливой формой, просто говорит «да» и «нет», и в тот момент это кажется невежливым. Тоже такой любопытный факт, но вроде бы понятный. Но вот на что обращает внимание Юрий Михайлович Лотман, это на то, что вот фразу «он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино», а наш с вами современник не понимает. Да, если мы не знаем, кто такой фармазон, мы можем посмотреть в словаре и узнаем, что фармазон — это искаженное франк-масон. Да, то есть таким образом соседи подозревают Онегина в том, что вот он как-то слишком вольнолюбив. Да, это то, о чем можно догадаться. Но вот по поводу фразы «он пьет одно стаканом красное вино», нам всем кажется очевидным, что соседи упрекают, да, Евгения в чем? В пьянстве, да, в том, что он слишком любит алкоголь. Но на самом деле это не так. Как объясняет Лотман, на самом деле его упрекают не в пьянстве, а в расточительности, потому что в это время все помещики пьют алкогольные напитки, обычно наливки, которые делают их крепостные крестьяне. Евгений же не изменяет своей петербургской привычки и продолжает заказывать красное вино из столицы, да, ну, то есть из-за границы, приходящий и покупает его через столичные магазины. То есть проблема не в том, что он пьет алкоголь, да, проблема в том, что он тратит на это слишком много денег. И это может быть тоже важным комментарием, но при этом это не всегда бывает понятно нашим сегодня современникам, ну вот в частности взрослому читателю даже, это отнюдь не очевидно. Тем более, конечно, это не очевидно школьнику, который проходит это произведение в школе. И если мы начнем читать Евгений Онегин, ну скажем так, с пристрастием, задумываясь о каждой строчке, мы увидим, что на самом деле там такое просто огромное количество непонятных для нас моментов. Ну, собственно, с Евгением Онегиным нам Юрий Михайлович Лотман и подсказал, что можно сделать. Да, у него есть замечательная книга, комментарий как раз к роману Евгения Онегин. Мы ее можем просто взять. Она впервые была издана в 1980 году, потом много раз переиздавалась. Мы можем ее найти и прямо построчно прочитать. И во всех вещах, которые нам непонятны, да, по поводу всех этих вещей, мы можем просто справиться в этом комментарии. И тоже сразу скажу, что очень важно, да, я еще раз хочу подчеркнуть, что лучше пользоваться именно комментарием Юрия Михайловича Лотмана, потому что сейчас выходит огромное количество других комментариев, ну вот я как литературовед их открываю, и у меня они вызывают большое количество вопросов. При этом вот еще один тоже момент, на который обратил внимание Лотман, и сейчас это, в общем-то, такой довольно популярный пример среди учителей русского языка и литературы. Вот еще один отрывок из Пушкина. Текст известный нам, на самом деле, тоже еще со школы, в 5 классе его проходит. «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке». Вот, взрослым людям здесь все знакомо, все понятно. Но еще, да, еще раз повторюсь, что еще в 80-м году на это обратил внимание Лотман, ну и где-то лет 5 назад возник такой настоящий флешмоб среди учителей литературы. Одна из учительниц впервые попросила, да, решила организовать такое задание совершенно случайно, она попросила учащихся нарисовать иллюстрацию, как они вообще эту картинку понимают. Вот, и, в общем, она была очень удивлена результатами, и после этого другие учителя тоже начали просить своих учеников потом выкладывать куда-то в социальные сети эти рисунки, делиться ими, обсуждать. Вот, и выяснилось, что современный пятиклассник тут не понимает ничего. Что такое бразды, почему они пушистые, совершенно непонятно. Дети думают, что это какие-то, может быть, пушные зверьки, раз они пушистые. А летит кибитка удалая, тоже непонятно. Раз она летит, это, очевидно, какой-то летательный аппарат, типа ракеты. Ямщика рисуют с лопатой, потому что, ну, он явно от слова «ямы», значит, он ямы копает и так далее. То есть, ну, примерно получается, что здесь непонятно ничего вообще. Да? И более того, даже если мы возьмем те произведения Пушкина, которые как будто написаны специально для детей, как нам сейчас кажется, хотя Пушкин их на самом деле писал скорее в расчете на взрослого читателя, да, это вот знаменитые сказки Пушкина, в сказках тоже очень много непонятных слов, да, потому что их Пушкин изначально писал с большим количеством разных архаизмов, чтобы подчеркнуть, что и для его времени, да, это предание старины глубокой, то есть текст был подчеркнут с устаревшим немножко языком. Сейчас тем более непонятно ничего, и на разных учительских ресурсах мы все время видим какие-то тексты, ну, например, есть такой медиапортал для учителей МЕЛ, и вот там регулярно появляются
появляются статьи, например, там 16 слов, которые непонятны детям в сказках Пушкина. Но на самом деле там слов не 16 тоже, а гораздо больше. Я вас уверяю, если вы с ребенком начнете читать, выяснится, что очень многие вещи непонятны. Да? Ни что такое палати, например, ни почему поп толоконный лоб, что такое толоконный, что такое полба, которую хотел есть балда и так далее. То есть таких примеров будет очень много, и получается, ну, чтобы читать сказки Пушкина, действительно, ребенку нужен комментарий, надо прям садиться и про каждое слово говорить, что вот это значит вот это, вот значит вот это, толокно, это то-то и то-то и так далее. То есть нужен комментарий прямо ко всему. Да, поэтому на самом деле сказки Пушкина, хотя нам часто кажется, что это лучший выбор для того, чтобы начать читать Пушкина для детей. А сказки Пушкина — это, скажем так, такой выбор неоднозначный, но и нужно предпринимать такие специальные усилия для того, чтобы начать их читать. Да, но сейчас мы с вами поговорим, как лучше это можно сделать. Ну, вот еще один пример тоже из сказок Пушкина, такой очень распространенный, того, что ребенку вообще непонятно, о чем идет речь. Значит, это отрывок из сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Если помните, да, там у, значит, злой мачехи есть такая служанка Чернавка, и вот она ее посылает на то, чтобы, значит, извести со свету царевну. Вот, да, царица злая, ей рогаткой угрожая, положила или не жить, или царевну погубить. Да, что значит рогатка? Ну, как современный ребенок понимает? На самом деле, вот, да, тут на слайде представлено, что такое настоящая рогатка. Это такой ошейник с такими рогатыми шипами, который использовался как элемент наказания, например, для крепостных крестьян. То есть если для Пушкина и его современников это было понятно, то сейчас для современного ребенка, конечно, это непонятно. Но еще раз подчеркну, что это просто один пример из многих. Если открыть книгу, вы увидите, что буквально в каждом четверостишье есть что-то, что ребенку нужно будет прокомментировать. Вот, при этом часто к сказкам Пушкина сближается, это, конечно, не сказка, это пролог, да, из «Руслана и Людмилы», отрывок, который называется «У лукоморья». Часто его в разных сборниках издают вместе со сказками. И вот как раз «У лукоморья» — это гораздо более удачный пример для того, чтобы с ребенком начать говорить о сказках Пушкина. Тоже сразу еще скажу, что, ну, из всего того, что сейчас прозвучало, может так показаться, что я вот как футуристы, да, предлагали сбросить Пушкина с парохода современности, что вот как будто у меня такой же подход, что да, ничего не понятно, давайте вообще читать не будем. А на самом деле нет, у меня подход как раз противоположный. Я считаю, что Пушкин детям очень сильно нужен, особенно сейчас, что читать его надо начинать как можно раньше. Да, и к вопросу тоже, насколько раньше, часто спрашивают, когда можно вообще стихи детям начинать читать, и Пушкина тоже. А у меня здесь ответ такой, да, что это даже не ноль плюс, да, что даже на самом деле на поздних сроках беременности, как это не парадоксально прозвучит, Пушкина уже читать вполне себе можно. Я это могу даже сказать на своем примере, потому что я сама мама. У меня есть крохотная совершенно дочка, которой нет еще даже 2 лет. И вот мы с ней, да, как раз еще в 3-м триместре беременности начали читать Пушкина. Это то, что сейчас нейрофизиологами, да, всеми учеными как раз доказано. То, что как раз на 3-м триместре беременности плод уже очень хорошо слышит звуки. И более того, он, как ни парадоксально, да, вот к тому моменту, когда ребенок рождается, он уже отличает звуки родного языка от всех остальных. Да, и звуки родного языка на него лучше действуют, они его лучше успокаивают. И даже все дети, новорожденные, в зависимости от того, в какой языковой культуре они родились, они даже плачут по-разному, потому что они мелодику языка уже понимают. Например, были такие очень интересные сравнительные исследования среди французских и немецких новорожденных детей. Они плачут по-разному. Французские дети начинают с более низких звуков и к высоким, да, переходят, а немцы наоборот, от высоких к низким. И это соответствует мелодике, да, и французской, и немецкой речи. Вот. И на самом деле ребенок, да, он привыкает к звукам родного языка еще в утробе матери, он слышит материнский голос и к нему привыкает. И, да, соответственно, мелодику языка он тоже воспринимает, но что как не Пушкин, да, творец русского, собственно, литературного языка, что может еще выступать примером такой мелодики, да, спокойной, красиво звучащей русской речи. Вот здесь как раз семантических проблем нет, потому что слов ребенок, естественно, не понимает. Для него важно услышать, как звучит речь на том языке, да, того языкового коллектива, на котором, да, та речь, которой ему нужно будет обучиться, когда он появится на свет.
Вот, и тоже есть такой момент, и тоже нейрофизиологи это отмечают, что если есть какое-то произведение, которое ребенок часто слышал еще в утробе матери постоянно, да, он к его звукам привыкает, и потом это его больше успокаивает, когда он уже появляется. Да, например, он проще засыпает, если ему перед этим это произведение прочитать и так далее. Да, то есть вы можете взять совершенно любое произведение Пушкина, да, то, что вам нравится, да, соответственно, читать его. Вот, и потом это будет именно тот текст, к которому ребенок будет больше всего привычен. А, да, но все-таки что касается вот уже появившегося на свет ребенка, да, к чему можно переходить дальше. Да, как мы все с вами знаем, самые маленькие дети, да, в возрасте где-то там начиная с полугода, когда они уже интересуются различными объектами, да, они, конечно, прежде всего хотят смотреть на книжки с картинками. Да, и поэтому здесь важен, собственно, подбор иллюстрации, важна фигура иллюстратора, да, и, в общем, вопрос того, какие книжки с картинками можно подобрать для знакомства с творчеством Пушкина. А здесь, как мне кажется, самый удачный пример – такой иллюстратор Татьяна Маврина. А у нее есть очень большое количество разных вариантов иллюстрации. Вот здесь такие вот ранние, да, из того, что мы видим. Вот здесь более поздний ее вариант, ее знаменитые коты. Она очень любила котов, часто их рисовала. Ну и, как мы тоже знаем, очень часто маленькие дети тоже любят котов, как и разных других животных. Они их быстро узнают, да, и таким образом вот эти вот коты – это хороший способ для того, чтобы у ребенка ассоциация с картинкой возникла. Да, и что касается как раз «Лукоморья», пролога к Руслану и Людмиле. А в отличие от сказок, там как раз в принципе все понятно, хотя большое количество разного рода сказочной фантастики, да, потому что там и леший, и русалка, да, и разные невиданные звери и так далее. Но при этом таких вот архаизмов, как уже приведенный пример рогатки, там нет. Да, и при этом за счет того, что меняются вот эти вот фантастические картины, да, как раз на иллюстрациях тоже у Татьяны Мавриной мы видим, да, меняется именно картинка, то есть здесь важна такая именно изобразительная часть. Да, и, соответственно, можно вот такие иллюстрации использовать как такой своеобразный вимельбух, да, то есть такую книжку с большим количеством мелких деталей, которые вместе с ребенком можно рассматривать и комментировать. Да, то есть читать стихи, да, потом показывать пальчиком, все объяснять, да, и потом просить ребенка показать, найти невиданных зверей, найти русалок и так далее. То есть это хороший способ и познакомить с русским фольклором ребенка, и сразу при этом познакомить с текстом Пушкина на примере различных иллюстраций. Да, и тут тоже, кстати, возникает большое количество нюансов, потому что мы как-то с детства эти стихи слышим и о многих моментах не задумываемся. Ну, допустим, классический вопрос с точки зрения фольклориста, а, собственно, почему русалка на ветвях сидит? Как мы ее себе представляем? Мы себе представляем, что вот русалка с рыбьим хвостом, она сидит на ветке. В общем, почему там сидит, да бог ее знает, но она же сказочное существо, фантастическое, где хочет, там и сидит. Вот, на самом деле русалка с рыбьим хвостом – это не из славянского фольклора образ, это образ из западноевропейского фольклора, который проник сначала на русский лубок вместе с западноевропейскими разными средневековыми иллюстрациями, вот, а потом уже появился в нашей культуре. А если взять русалку как славянского фольклорного персонажа, связанного с духами воды, плодородия и так далее, то она как раз она представляла себе без рыбьего хвоста, просто как девушка с длинными волосами в белой рубашке. И вот она как раз очень часто сидела на деревьях, на ветвях, особенно весной, да, когда возникала вот эта вот тематика плодородия, весенних дождей, которые должны принести урожай и так далее. Да, еще раз вот повторюсь, что прекрасные иллюстрации Татьяны Мавриной для того, чтобы они вызвали такой эмоциональный отклик у ребенка, да, что он может котика узнать и так далее. Но, как неплохой вариант, иллюстрации тоже Ивана Яковлевича Билибина в таком подчеркнуто, с одной стороны, модернистском, с другой стороны, русском стиле, они тоже очень тщательно прорисованы, и тут тоже большое количество мелких деталей, которые ребенку можно показать. Да, ну вот тоже котика ребенок явно узнает, увидит и так далее. Да, собственно, вот Лукоморье, тут море и так далее. Вот здесь на слайде вы видите еще иллюстрацию к сказке о царе Салтане. Да, когда князь Гвидон с его матерью, да, вот видите, это прекрасный город, который царевна-лебедь для него специально создала. И да, тут тоже можно все показать, объяснить ребенку как раз, что такое, например, маковки церквей, потому что это тоже частый вопрос, что современный ребенок может не знать, что такое маковки. Можно показать на иллюстрации, как выглядит город.
опять же, отдельные цветочки, дорожка и так далее. То есть у Билибина такие детально прорисованные иллюстрации, и, опять же, ребенок с ними может просто играть сначала как с таким вот визуальным рядом, а потом уже сопоставлять это с текстом. Чтобы вы почувствовали разницу, вот иллюстрация Ивана Крамского, 1879 год, тоже называется «У лукоморья». Да, совершенно по-другому воспринимается. Это как раз такая, скорее, в духе романтизма иллюстрация. И видно, что она такая немножко пугающая. Да, здесь такая как раз вот скорее романтическая фантастика. Да, и вот тут эти вот совы, какие-то еще образы. Ну вот и сам Пушкин сидит, и перед ним кот. Да, то есть, конечно, это то, что для маленького ребенка не подходит. Да, то, что вот уже скорее начиная с подросткового возраста можно будет ребенку показывать. Есть замечательная книга, тоже всем от души рекомендую. Автор Джим Трилис, называется «Руководство по чтению слух». Впервые опубликована была эта книга на английском языке в 1979 году, потом очень много раз переиздавалась. Вот здесь на слайде одно из последних ее изданий на русском языке. В этой книге есть очень большое количество разных рекомендаций о том, как конкретно с ребенком читать, исходя из разного возраста. И автор вообще очень большой пропагандист чтения вслух, и в частности он говорит о том, что детям надо читать вслух как можно дольше. То есть часто мы, как только ребенок научился читать, уже перестаем это делать, да, говорим, что ну давай ты теперь сам. Вот. А здесь автор подчеркивает, что чтение вслух – это очень такой важный психологический механизм, который помогает наладить контакт родителю с ребенком, да, и поэтому читать нужно как можно дольше, ну, по крайней мере, до подросткового возраста. И вот здесь такие вот общие рекомендации, которые подходят для многих возрастов, как вы видите, да, то есть тут же, если ребенок задает вопрос, надо тут же отвлечься и ответить, потому что часто, как мы уже сказали, мы не соотносим, насколько может не хватать ребенку фоновых знаний, да, обязательно надо настроить на чтение, да, очень хорошо подходит чтение как ритуал, допустим, как ритуал перед сном, да, важно проговаривать, что сейчас мы с тобой будем читать, почему это важно и интересно. Делайте паузы, чтобы удостовериться, что детям понятно, что происходит в книге. Вот, ну, понятные, да, такие рекомендации. Прочитайте сами книгу заранее. Тоже почему? Потому что надо быть готовым к тому, что нам самим на самом деле многое будет непонятно, и надо заранее это для себя прояснить. Да, читайте до тех пор, пока дети сохраняют интерес к чтению, потому что, естественно, если ребенок уже отвлекся, то нет смысла его заставлять, да, поэтому можно прерываться. У детей очень хорошая память, и часто такое бывает, что вам кажется, вы где-то посередине остановились, он отвлекся, потом на следующий день он говорит: мама, там, папа, бабушка, дедушка, давай почитаем с этого места, и сам вспоминает последние строки, да, потому что действительно у них память другая, яркая, образная, совсем не такая, как у нас. Вот, ну и тоже важная рекомендация, что нельзя лишать чтения в качестве наказания. Но это еще раз повторюсь, что общие рекомендации. А вот рекомендации для самых маленьких, как хорошо читать, да, как раз одновременно показывая какое-то изображение. Еще раз повторюсь, что изображения, те иллюстрации, которые сделала Татьяна Маврина, и для сказок Пушкина, да, и для «Лукоморья», они как раз очень хорошо подходят. Вот, то есть мы еще перед тем, как начать, да, читать, то есть мы соотносим обязательно текст с иллюстрацией. Перед тем, как, собственно, прочитать текст, который, да, соответствует этому изображению, сначала спрашиваем про всех персонажей, которых ребенок может увидеть. Да, вот, например, как ты думаешь, куда ходит кот, да, и потом дальше объясняем, что он ходит направо, налево, песнь заводит и сказку говорит и так далее. Но сначала ребенок пусть сам вам покажет. Да, комментарии к иллюстрациям везде, где только можно. Помогаем отождествлять себя с героями. Да, вот здесь тоже примеры есть того, что можно при этом говорить. Прерываемся, чтобы обсудить прочитанное. Да, как думаешь, что там в бочке, если у нас бочка, которая иллюстрирует тоже сказку о царе Салтане. Побуждаем пересказывать. Вот. Ну и самое главное, да, хвалите за отклик, обнимайте, целуйте и так далее, чтобы у ребенка всегда были позитивные ассоциации с текстом. Вот, ну, то есть еще раз повторюсь, что самому малышу мы обязательно показываем текст с картинками, да, соотносим текст и то, что на нем, то, что на иллюстрации изображено, да, и то, что ребенок слышит. А младшему школьнику
лучше подходят, как ни странно, не сказки Пушкина, если их читать без иллюстрации, только на слух. Да, младшему школьнику очень хорошо подходит стихотворение Пушкина о природе. Чудесные отрывки есть из Евгения Онегина. Это как раз дорожка к тому, чтобы дальше познакомиться с текстом Евгения Онегина, чтобы сам размер был привычен на слух, да, если мы будем читать различные сцены о природе. Их можно соотнести с теми реалиями, которые как-то связаны с жизнью ребенка. Ну вот пошли кататься на коньках, вот подходит вот этот вот, да, фрагмент про то, что опрять немодного паркета блистает речка льдом одета. Да, про осень, естественно, большое количество стихотворений, как мы знаем, и так далее. То есть видим осенний лес и читаем. Естественно, удачный вариант, если родитель сам читает наизусть постоянно эти произведения. Вот, и у ребенка тоже такая вот возникает ассоциация, что это прекрасно, что папа, мама тоже эти стихи помнят. Дальше, для подростка, по мере того, как ребенок растет, да, он уже, естественно, будет читать сам без нашей помощи. Вот, мы для него рекомендуем такие уже прозаические произведения, как раз потому, что они более простые, они не требуют такого подробного комментария. И тут прекрасный вариант – это повести Белкина. Да, почему? Потому что у них есть интересный захватывающий сюжет, за развитием которого интересно следить. У них есть в каком-то, да, таком правильном соотношении какая-то немножко магия, чертовщинка, случай и так далее, все, что подростку обычно нравится. Вот здесь иллюстрация из «Гробовщика», да, это иллюстрация самого Александра Сергеевича. Вот я такую самую невинную выбрала. Вот у него там большое количество разных иллюстраций тоже со скелетами, с черепами и прочим. Подросткам это все обычно нравится. Вот. Но еще раз повторюсь, что они просто легко, понятно написаны. Но в конце концов, что немаловажно, они небольшие по объему. И для ребенка это тоже такой очень, да, приятный бывает вариант. Хорошо те же повести Белкина, чем еще хороши, они серийные. То есть мы читаем первую вместе с ребенком. Да, опять же, не обязательно, собственно, первую с точки зрения Пушкина, да, в этом порядке, просто читаем ту, которая больше всего нравится нам, как родителю, наша любимая из повестей Белкина. Прочитали ее, да, ребенку понравилось, потом дальше он прочитает сам, ну и можно тоже, да, с ним обсудить, что было интересно, что было неинтересно и так далее. Но тоже классика из таких вот приключенческих сюжетов, дальше это Дубровский, например. Потом уже «Капитанская дочка» и так далее. А здесь важно не привязываться к школьной программе, немного ее обгонять, но и тоже все время показывать, что вам, как родителю, самим это интересно, важно. Из разных вариантов активности, которые прекрасно можно делать с произведениями Пушкина, это тоже те активности, которые может делать и учитель, но точно так же их может делать и родитель. Вот читать, например, в необычном месте, сделать фотографию, выложить потом ее в социальных сетях, смастерить закладку, вдохновленную книгой, тем более сейчас есть тоже большие для этого возможности. Есть все эти нейросети типа Кандинский, для которых ребенок может, да, разные промпты, да, задать, посмотреть, что у него получится, и таким образом сделать закладку. Можно как раз научить вести читательский дневник на примере Пушкина, создать свою иллюстрацию книги или коллаж. Опять же, да, у нас есть сейчас для этого возможности. Нам даже не надо какими-то владеть навыками дизайна, потому что для этого есть уже соответствующие программы. Вот. И можно самому это показать, продемонстрировать, как можно сделать, и потом показать ребенку для того, чтобы его заинтересовать. Вот. И еще хотела показать несколько книг, которые мне кажутся очень интересными. Если говорить не только о Пушкине, потому что, еще раз повторюсь, что для того, чтобы самим родителям познакомиться с Пушкиным, приблизиться к Пушкину, еще раз вспомнить, лучше всего подходят такие вот популярные произведения Юрия Михайловича Лотмана, прежде всего это комментарий к Евгению Онегину, ну и, собственно, биография Пушкина. Вот. Но чуть шире, если, в принципе, мы интересуемся темой чтения и думаем над тем, как своего ребенка заинтересовать чтением, вот несколько прекрасных вариантов. Еще раз проговорю про руководство по чтению вслух, да, что совершенно чудесная, вдохновляющая книга. Если мы хотим понять, как дети вообще осваивают чтение, как они начинают читать, что при этом, да, какие связи в их мозгу формируются, как это влияет на их картину мира, то замечательная книга Марианны Вулф «Пруст и кальмар».
Шульта про нейробиологию чтения. Вот, и книга еще одного нейробиолога, Станисласа Диана, французского нейробиолога. Прямо сейчас ваш мозг совершает подвиг. Это тоже про нейробиологию чтения, про то, как мы читаем, что мы читаем, как мы обучаемся, в принципе, чтению, как чтение влияет на наш мозг и так далее. Вот. Но и несколько таких, ну, скажем так, в общекультурном контексте написанных книг. Вот недавняя книга итальянского психоаналитика Гвида Вителла «Читатель на кушетке». Книга Альберто Мангелли «История чтения». Да, это аргентинский библиотекарь, директор Государственной аргентинской библиотеки, той, где раньше Борхес работал, он когда-то был учеником Борхеса. И прекрасная совершенно книга американского литературоведа Томаса Фостера «Как читать художественную литературу как профессор», да, о том, как понять какие-то основные моменты, связанные с нарративами читательскими, архетипами, которые заложены в тексте и так далее. Она при этом написана очень просто, хотя она написана как бы для студентов, первокурсников, да, чтобы они как-то вот вошли в такой литературоведческий контекст. На самом деле она очень просто написана, ее можно спокойно дать подростку, ему будет интересно ее прочитать, и он очень большое количество тоже всего интересного для себя в ней найдет. Спасибо. Вот, ну и еще раз повторюсь, что мне кажется, что Пушкин прекрасен тем, что он за счет своего такого вот чудесного легкого стиля, да, который иногда для нас делает, который иногда нам кажется обманчиво легким, да, и какие-то даже сложные моменты нам кажутся незаметными, потому что мы как-то с детства к этому привыкли и за легкостью их не замечаем. Но еще раз повторюсь, что с моей точки зрения Пушкин — это совершенно прекрасное начало для того, чтобы начать читать, заинтересовать ребенка чтением. А общая рекомендация такая, что, естественно, ребенку надо читать то, что интересно вам, да, и тогда он тоже, конечно, заинтересуется. Чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. Рассматривайте вместе картинки, комментируйте, читайте. И если вам самим что-то непонятно, тоже не бойтесь в этом признаваться, открыть комментарий Лотмана. Да, посмотреть, ну или что-то погуглить, посмотреть и тоже узнать что-то новое, открыть что-то новое вместе с ребенком. Я думаю, что это тоже всегда прекрасно. Спасибо большое. Спасибо большое. Может быть, у кого-то есть вопросы? Да, с удовольствием отвечу на вопросы. Да. Я вот хотела бы, послушав, хотела бы поделиться. У меня дочка в утробе, когда была я в третьем триместре, почему-то хотелось мне смотреть, читать, слушать сказку о царе Салтане. Моей дочке сейчас 4 года, ее любимая сказка. Это сказка о царе Салтане, она обожает Пушкина. Вы прекрасно об этом сказали, что действительно это так. Если ни у кого нет вопросов, я бы хотела спросить. Маленького ребенка ты прививаешь, да, к любви, к чтению. Как дальше по мере взросления с этим, скажем так, работать? Потому что мы знаем, что сейчас переходный возраст наступает. Все раньше, раньше, да. раньше. Как сохранить вот этот вот крючочек? То есть его надо как-то с детства, или, может быть, есть какие-то техники? Вот что интересно послушать, что вы как профессионал скажете. Да, спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. Действительно, подростковый возраст сейчас все время снижается, да, и сейчас мы говорим о том, что в 11 лет уже подростки и ведут себя как подростки, да, дети и так далее. Вот, но здесь самое главное, как бы вот этот вот процесс взаимодействие с ребенком не ослаблять, да, потому что как раз чтение — это прекрасная возможность. Почему вот Джим Трилис и команды таких вот пропагандистов чтения вслух, почему они все время говорят, да, о том, что надо читать вслух как можно дольше, и приводят, есть такие вдохновляющие примеры там родителей, которые детям читают до того момента, когда они в колледж поступили, и потом вот ребенок, который уже уехал от родителей, он им звонит и говорит там: мама или папа, почитай мне. Ему родители даже по телефону читают какое-то время, да, потому что для него чтение — такая важная связь с домом. Главное, как бы сложно и тяжело это ни казалось в какие-то моменты, все равно предлагать, что давай почитаем. Но и самому садиться читать, тут же понятно, что тоже такой важный момент, что ребенок все время должен видеть, что его родители читают, да, только тогда ему это будет интересно. Вот, и то есть если в принципе сохраняются вот эти вот тесные отношения с родителем, то также будут сохраняться и интерес к чтению, и такие тесные отношения с чтением. Но еще важный момент, не могу тоже не сказать, раз
Да, у нас прекрасный шатер, который для нас организовала Российская государственная детская библиотека, да, совершенно чудесная, которая у нас в Москве есть. Да, она же действительно просто вот поразительно прекрасная, как мне кажется, я каждый раз, когда туда прихожу, вижу этих чудесных детей, которым там 2 года, и они с интересом выбирают книжки, сидят, читают, там, да, есть всякие специальные ниши, куда ребенок может залезть, в них почитать и так далее. Очень важно давать ребенку вот эту вот свободу, возможность самому выбирать для себя какие-то тексты, а пусть приходит в библиотеку, пусть берет то, что ему нравится, даже если не по возрасту, как нам кажется, да, это не важно, он из любой книги для себя что-то вынесет, даже если она, да, какая-то взрослая книга и так далее. Пусть вот это вот все смотрит, пусть у него будет контакт с книгами, пусть у него будет свой опыт взаимодействия с книгами, не только то, что мама с папой навязали, да, но и то, что сам взял, захотел, пришел, увидел и так далее. Спасибо. Может быть, еще есть вопросы? У нас есть еще несколько минут, с удовольствием отвечу. А где-то можно послушать еще вне, вот, вне шатра ваши лекции? Может быть, вы что-то рассказываете где-то еще? Спасибо большое. И для детей, и для взрослых. На самом деле для меня актуальна эта тема, поскольку я подращиваю ребенка, и мне, правда, вот очень актуально. Мне хочется, чтобы это все было сохранено, потому что я считаю это важным. Вот. Спасибо. У меня есть, так интересно совпало, что в этот раз я 2 раза. И, кстати, вот в прошлый раз я, когда выступала на Красной площади на тему ребенка, что он слышит на 3-м триместре беременности, я как раз была сама на 9-м месяце беременности. Вот я прошлое лето пропустила, а позапрошлым летом это было так. У меня тоже была лекция про Пушкина, и я тоже очень надеюсь, что ребенок много чего оттуда услышал. А вот в этот раз я выступаю даже 2 раза на вот этом чудесном фестивале «Красная площадь». Я еще буду в воскресенье в 4 часа в 16:15. Там у меня будет лекция как раз про традиции и практики семейного чтения. И там чуть более подробно постараюсь рассказать, не применительно к Пушкину, да, какие-то общие показать алгоритмы. Вот, а так есть на YouTube-канале Московского педагогического государственного университета, это вот вуз, в котором я работаю, там есть подборка моих лекций, можно найти. Вот у меня был QR-код в моей презентации на последнем слайде, если, может быть, еще получится вернуть, то можно его показать, можно по нему перейти и вот как раз на YouTube-канале МПГУ оказаться и мои лекции посмотреть, потому что, да, меня тема чтения вообще очень интересует, это вот один из таких очень важных для меня вообще сюжетов, особенно семейного чтения и детского чтения. Да, спасибо большое за такой интерес. А может быть, еще появились какие-то вопросы? Все переходят по QR-коду уже, видимо. Спасибо.